Гиганты Африки в Твери. На сенсационной премьерной программе в цирке уже побывали сотни тверичан, в том числе и наш корреспондент Ирина Синягина. Сотни тверичан спешат в Тверской цирк. В нем можно увидеть настоящих гигантов Африки. В зале аншлаг. Ни одного свободного места. Премьерное шоу открывает парящая в воздухе гимнастка. Ее сменяет 3-тонный носорог Бонифаций. Зрители в восторге. Зажигательные танцы обаятельного артиста из далекой Африки никого не оставили равнодушными. Удивил именно носорог, конечно. Это такой первый раз мы такое в цирке видим. Носорог всем понравился. Чем же он? Я его первый раз вижу, он такой огромный. Первый раз видим носорога на арене цирка. Ждем жирафа. И вот он, Багир, звезда сенсационной программы. 7-метровый жираф. Несмотря на высоту, он очень изящно двигается и даже танцует вальс. Один из самых высоких жирафов в мире, имеется в виду дрессированный. Для цирка, как правило, предел 5 метров. Но наш Багир, он рекордсмен. Он хорошо питается, хорошо живет. То есть это практически вся овощная палитра. Это морковка, картошка, свекла, кабачки, даже сезонные. Початки кукурузы мы ему сырые режем с листиками. Апельсины добавляем. Даже зимой добавляем лук и чеснок немножко. Это необходимые витамины. Только на этом шоу мужчины смогут поправить прическу, а дамы получат незабываемый поцелуй. Жирафу Багиру 15 лет. Он обучался азам циркового мастерства в Германии. И в 5-летнем возрасте привезли его к нам. Поцелуй жирафа – самый трогательный аттракцион современности. Все зрителям очень нравится. Неизгладимое впечатление и на детей, и на взрослых произвели бедуинские верблюды, озорные козочки и очаровательные дрессированные королевские пудели. Понравились носороги и верблюды. Козы тоже очень понравились, потому что они отличаются, чем у нас в деревне. Они веселые и энергичные. Классный цирк, классные животные. Магия цирковой иллюзии, неподражаемые веселые клоуны и все чудеса цирка. Спешите в гости к жирафу Багиру. Это незабываемое представление без возрастных ограничений.